Изловили стрельцы за Москвой рекой ведьму, посадили ее в проруби. А на Арбате отелилась корова бычком. О двух головах толки пошли, что сие к Черному мору. Не люблю сорок. Сие птицы болтливы, как некакие бояре. Скажи лучше, как родня моя восстает на меня. Как князь Старицкий, внутренний волк, сам царем норовит быть. Что знал, я давно сказал. Ты молчал, когда смерть подступила ко мне. Когда бояре крест целовали не сыну моему, а Старицкому. Да я... Молчи и ныне. А еще, великий государь, неподалеку от нас чернокнижник живет. Где? В церкви Николы Гостунского. Сказывал про сие монах с митрополичьего подворья, Иона. Безместный диакон сей Ивашка Федоров денно и ночно на огне свинец варит. Буквы льет. Грозит книги богослужебные извести. Да знай-со, что за человек? Где ты бродишь? Приготовь к литье, Петя. На Красной площади был. Царь с богомолья приехал. Что нам до царя? Смотри, какая буква отлилась. Буква АС. Русской азбуки начало. Впервые такое добились. Добились. 3 года трудимся, а толку мало. Буква. Буку ты ее не съешь и квасом не запьешь. Что ж, люди-то нас колдунами кличут. Колдунами? А ты и оробел. Ну что ж, мы колдуны. До нас никто такого и в мыслях не держал. А мы посмели, сделали. Смотри, как девица стройна. Вернулся ты, Федорович, в церковь дьякон. А я к степь подамся, в дикое поле за счастье. Столько лет трудились, а ты такое замыслил. Счастье-то здесь, Петя. Да оно как мысль витает до времени неуловимой. А ведь мысль-то можно схватить, печатные буквы облечь, в книгу заключить. Если благая она, на благо будет народу нашему. Книгу русскую напечатать, вот счастье-то. Нет, доколе я жив, не отступлю от этого дела. Опомнись, не пущу! Ивашка Федоров, дьякон. Ты? Я. Ну и дьякон. А это что за детина? Тимофеев Петр. Помощник мой. Не трой буквы! А ну, молоки их там, до чего дознаемся. Давай, чернота! Кто сие изготовил? Я. Что натискать успел? Ничего. Буквы лил. Лукавишь. Все
Все-то ты лукавишь. Правду мне говори, как перед Богом. С кем объелись, беседы вел? Что ты, боярин? Ни о каких ересях не ведаю. В Троицком монастыре у афонского монаха Максима Грека бывал? Бывал. Рассказывал мне старец, как книги печатает в италейской земле. Пиши. Бывал он в келье у еретика Максима Грека. По чернокнижному делу. Врешь, боярин! По книжному делу. Я тебе покажу книжное дело. Пиши. А правило Святой Церкви нашей говаривал вместе с греком, что они не правило, а кривило. Не черни людей напрасно. Пиши. Твердил он вместе с греком, что Христос братьями всех нарицал. А что де бояре смердил? В кабалу веркай. Ищешь ты, боярин, за 7 верст комара. Ходил я к мудрому старцу за советом, как книги печатать. Печатать? И в этом вина твоя великая. Нет в этом никакой вины. Парфиша. За то, что он мне враги вракает, припечатай его. Кто такие? Дьякона Ивашку, по велению твоему, расспрашиваю. Я велел их привести ко мне для иной беседы. Закрыть двери! Скажи князю Светхилкову, чтобы он тетушу Удивы велел жарче печь топить. А не то я его велю в монастырь заточить. Арабели у него в приказе. Подойди. Сказывай без страха, как до мысли сих добрел, сквозь какие дебри умствований. Великий государь, о книге я долго думал, ночи проводил без сна. Ты поразмысли, читают книгу день, а пишут ее год. Сие нелепо. Слова твои разумны. И замыслил я буквы из свинца лить. Их в слова набирать. Стремился дело печатное на Руси воздвигнуть. Вот вся моя вина. Такие книги видывал? Мануцио. Видишь знак? Чудище морское, зовут его Дельфинус. Он якорь обвивает. Сие означает надежность и быстрота. Liber edita est ab Aldo Manutio. Книгу печатал Альдо Мануциус. Ученый преизрядный. От кого сии слова слыхал? Не гневайся, государь. От Максима Грека.
И я от него о Мануциусе узнал. Садись. Такую книгу можешь напечатать? Могу. Печатный стан надо бы строить, винтовой. Краски тереть, как за морем. Эх, бумагу бы нам плотную да гладкую. Будут и у нас тогда многие книги надежно и скоро творимые. И не хуже, чем у Латынин. А то и получше, великий государь. Коли благословишь нас на трудный подвиг, сотнями будем тогда книги печатать. И всяк потянется к пресветлому слову. Ишь, отче, святой диакон хитромудрый, куда хватил? Всяк. Всяк потянется к книге? Не хочу, чтоб бояре мои многоумничали. На Руси самодержец я, богом на трон поставленный. Не только маратной силой, но и книгой царство свое упрочу. Книга возвестить должна, что Москва есть Третий Рим. А четвертому не быть и в Артенев строить надо печатню. А ты по какой тропе пойдешь? У меня одна дорога, великий государь. Я с ним. Жаловать их отныне деньгами. Великий государь, да для такого дела, для печатни ничего не жалко. Печатню поставим возле Кремля. На Никольском крестце, во дворе голландского купца Дивали Белоборода. Он нам пошлин, почитай, с год не платит. Пускай потеснится. Здесь строить будем.
штаба доходника. Радуется пловец, достигнув дальнего берега. Возрадуемся и мы, друзья мои милые. Неси краску. Главе застрял. О наказании юных детей. Ошибку к ошибке городишь. Писать надобно неторопливо и с молитвой. Начни-ка сызнова. Сатанинские ополчились на нас. Русь зашаталась. Царская опричнина из родовых гнезд нас, князей и бояр, выбивает. Гонит на худые пустоши. А вотчины наши царь жалый дворянам безродным, кромешным псам. Гибель подходит и детям нашим. Вот, княже, еще одна напасть. Царь печатной книгой новую беду нам готовит. Мыслим ли сие? Отовсюду подкопы под нас ведет. Царь ныне на все готов. Коли не сбросим его, будешь, владыка, над нашими могилами панихиды служить, и сам в могилу сойдешь. Не обойтись нам без литовского короля. Кто крест целовал? Кто меня вместо царя Ивашки на государев престол хотел сажать, кто в верности мне клялся? В мире всем никто не властен разрешать от обетов Господу данных. Не серчай, княже. К слову пришлось вспомянуть короля Сигизмунда. Со страха по-прежнему я твой слуга. Раздором вашим ныне не время. Всей церкви владыка я. И покуда жив, не дам боярства
и святую церковь вести на лобное место. Не стерпит Русь новых порядков, и царь печатать книги не будет. Ерекоша, царь Соломон, все суета сует и всяческая суета. Человеку спасение токмо от добрых дел, от нелицемерной любви. Отче, тебя владыка требует. Собери свою братью, людей вере не шатких, во имя Господа Бога нашего. Царь к вам жалует. Премудрого сотворил. О чем мечтали, великий государь, то и сбылось. Ликует душа моя. Рад я, что работа у нас пошла ладно. А зачем у тебя буквы с наклоном? Чтобы старых людей не пугать, великий государь. Посмотрят они в книги, а печатные-то буквы с рукописными схожи. Меньше злобы будет у них против нашего дела. Большой ум дан тебе. Книги мне будешь печатать такие, чтобы о силе моей узнали непокоренных еще градах Ливонской земли. Хочу я там обрести морские пристанища. Океан, море, Божья дорога. Не дам я ее врагам моим ни перенять, ни затворить. Все, государь, сделаю, погоди, дай срок. Я вот еще букварь задумал печатать, учить людей грамоте. Подожди, будет у нас и букварь. Я печатню воздвиг для того дела ради, чтоб все цари и короли, и папа римский узнали о моей земле могучей и преизобильной. Тогда и королевна Аглинская, пошлая девка Бетси, узнает, с кем торговлю ведет. А вось гордыни мы ей поубавим. Великих и сильных хочу я иметь в послушании. Ты родом кто? Крестьянин подмосковный. А хочешь, дьякон, я тебя епископом сделаю? Тогда помощников моих поставь в архимандриты. Будь тогда по-прежнему дьяконом безместным. Только книги печатай. Делай государево дело. Прощайте.
Благослови, владыка. Гордыня тебя обуяла. Ведаешь ли, сколь тяжкий вред нам приносишь? Книги печатные в народе возбуют ложные мечтания. Храмы Божии оскудеют, ереси плодиться начнут. Как церкви Слово Божие, и к мирянам идет оно только от нас. А ты, царь, Слово книжное от церкви отринуть хочешь? Отдать его людишкам худородным? Молчи, владыка. Заклинаю тебя одно, тебе говорю, молчи. Мое молчание грех на твою душу налагает. Стонем мы все твои опричнины. Русью хотите править? Всем попам и боярам государь я. Не троньте опричнину, не троньте и печатню. Жить будем, как деды наши жили. Жить будете, как я повелю. Я пастырь стада Христова. Последний раз тебе о Руси печалуюсь. Не нарушай святых обычаев. Аз говорю тебе, не гневи Господа. Скорей ты из храма сего изгнан будешь, чем я от дел моих отступлюсь. Всех вас в отчин сведу и развею по чуждым местам. Чуешь ты тело мое, но изучены астрологии. Взгляни на небо, скажи, что являет мне звезды на грядущий день. Солнце замедлило свой бег вокруг де ла Терра, вокруг Земли, ибо Сатурно есть Фреддо, холодный и сух. Солнце взойдет на столпе близнецов, будет день беспечальней. Начнут из избы выбегать, бейте в первую голову дьякона Ивашку. Пожар! 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 Бежи, Федорович,
от огня спаслись, а тут и жители щимся. Помни печатника! Назад лет 20, как Москва горела, как чернь сюда ворвалась, а мы с тобой на Воробьёвы горы убежали. Пошел тогда страх в душу мою и трепет в кости мои. Молчи. Был юн тогда я, теперь не то. Бояре и попы сожгли печатню. Хотят собаки по-старому в Москве владыками жить. Да не может быть двух владык в государстве. Изловили. Семерых чернецов изловили великий государь от Троицы. Да еще и ону, монаха с митрополичьего подворья. Испробовали, государь, бояре, яда на твоей жене, вечная ей память. А теперь испробовали огонь, Малюта. Пуще смерти им опричнена. Попытай тех людей. Правду вы на огне, из-под ногтей клещами. Всем злодеям я лютые казни придумаю и поставлю новую. Печатню. Григорий Лукьянович, а печатники где? Не осталось от них ни костей, ни праха. Ивану Федорову со приятелем его Петром смерть от врагов моих в огне приявшим, вечная память. Служить по ним, панихиды. Бартенев. Разыщи мне подмастерьев, что в печать не трудились. Надо дело поднимать заново.
попытал я уже Иону. Все сие, и яд, и огонь, и многое иное идет от братца твоего князя Старицкого, да от печальника кроткого Филиппа Калычева, волка боярского. А еще, сказывал Иона, что Бартенев твой по ночам к митрополиту хаживал, беседы там вел о Литве, о печатне. Бартенев? Да. Подумай о спасении его души. Спят еще, почивают царь со своими боярами. Зачем пришли? Пожгли нас. Ведомо ли то государю? Не токмо государь. Но мнится и сам Господь Бог вам ныне в этом не поможет. Сколько вы там чернецов искалечили, в гневе великом государь на вас пошли прочь, смерды, чтобы не было от вас в Москве ни слуху, ни духу, а то не снести вам голов. Парфиша! Нас из Москвы. Простимся, Петя, с московской землей, нашей родиной. Русской земли много краев. Всюду будем книги печатать, и потекут они, как реки, во славу языку и народу нашему.